сумки. А тем временем в доме Татариновых разворачиваются драматические события. Иван Павлович Кораблев с букетом цветов приходит, чтобы объясниться Марье Васильевне в любви. Нина Капитоновна, всей душой желая счастья своей давно овдовевшей дочери, отправляет маленькую Катю погулять. Пойди, Катюша, погуляй. Оденься потеплей. Давай, 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 давай. Скорей, 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 скорей. Тревожит, мы не опишем наших чувств, передоверив их словам. Я знаю все, что мне сказать хотите вы, и вам ведь тоже наверняка известно то, что я отвечу. Один цветок, миллиона полтора.
Прошу простить, пожалуй, мне пора. Что вы, куда вы, чай поспевает? Мы по-простому, без должностей. Знаете, мой друг, как приятно бывает дома застать нежданных гостей. Я вас не понимаю, а видимо придется. Дарите розы в мае, дешевле обойдется. Висит без приглашения на грани моветона. Ах ты, Николай Антонович, к чему этот фарс? Ивана Павловича букет не нарушает этикет. Или, быть может, мне принять гостей не позволяет домострой. Быть может, мне запрещено ходить в кино, смотреть в окно. И в ожидании дурных вестей должна я скрыть лицо чедрой. Я вас не понимаю. И вправду непонятно. Не знаю и сама я, как вырваться обратно. В Архангельск нет возврата, и я как приживалка. У мужниного брата 6 лет под замком. Ах, боже мой, какой замок! Когда ваш дом пришла беда, кто, как не я, пожертвовал собой, вам помогал печаль унять? Кто делал все, что только мог, чтоб наступил тот день, когда мой бедный брат вернулся бы домой и смог бы снова вас обнять? Кто ради этого святого дня так много отдал сил? И так мечтал, чтобы этот день не наступил. Бабушка, бабулечка! Куда ты? Да ниоткуда, я тут ванатометр немножечко расколотила. Где ты так испачкалась? Нигде. А это что за чудо? Это Саня, вот тут не при чем. Все по-другому было, это не она. Тут целиком моя вина, поймите, я его разбил на самом деле. Все это вранье, да вы не слушайте ее. Нет, это я его разбил, это я его разбил. Это я, это я. Вы не хотели. Прямо-таки полон доброходов. Вот они стоят, потупив очи долу. Вот кому и помог найти работу. Вот кого противу правил принял в школу. Вот что я получил за все за это. Все-таки верна народная примета. Делая добро, не стоит ожидать аналогичного ответа. Да, неблагодарность, это-то и есть первопричина всех бед. Вот кого пригрел неосторожно, вот кому вы поверил так легко, я вы хамелеон. Да как же можно про Ивана Павловича сказать такое? Да, удивительный феномен, скромен и одновременно вероломен. Можно после этого переносить ваше присутствие в этом доме? Думаю, ответ известен вам самим.